Друзья, привет! Ломарцы. Хочу что-то посмотреть. Так, что вот это взять? Сколько оно тут? Так, 125. Ну, 400. Восемь, 125. Вот такую штучку я возьму. Главное, чтобы она у меня. Так, все. Так, поехали дальше. Что-то у меня тележка трясется. Так, идем по Walmart'у. Красивая маечка такая, красивый цвет. Тележка опять стучит, гремит. Какая-то гремучая тележка. Еще платьишки хорошие. Давайте посмотрим заодно. Искусственное, это будет очень жарко. Это уже все искусственное. Вот что-то трикотажное. Наверное, симпатично такое. Да. Цвет красивый такой. Такой вот симпатичный цвет. Платьишко. 23 оно стоит. 29, 28. Вот это симпатичное платьишко. Ну все большое тут такое. Вот тоже красивый такой ценочек. Ну, надо смотреть размеры. Иногда вроде так вот висит все, а некрасивое. А когда вот смотришь, я вот одно платьишко такое пропустила. Да, оно джинсовое было. И потом я увидела на девочке, и это было очень красиво. Вот она не побоялась, купила, и было очень красиво. Вот такой рисуночек, я очень люблю такой рисунок. Ткань хорошая, все хорошее, но сделано. Ужас! Это нельзя носить. Я увидела вот такое джинсовое. Такое вот джинсовое. Вроде как бы издалека смотрелось. Но это не платьишко, это, наверное, это вот, да, штанишки. Но издалека очень красиво так смотрелось. Вот такое хорошенькое летом. Когда еду на велике, очень хорошо длинный рукав. Мне вот нужно длинный рукав и вот так.
длинных руках, потому что солнце. И когда останавливаешься, ну очень жжет. Такая какая-то. Какие-то зеленые штаны. Такой какой-то стиль. Вы меня спросите, я за этим пришла? Нет? Сейчас мы пойдем в овощную. Такая вот маечка, рубашка. Вот такая неплохая фирма. Их, давайте мы посмотрим. 98. А как мы помним, что вот это может быть еще скидка. Может быть. Но сейчас уже особенно низкий. Вот, хорошенькое платьице. Такой зеленый хороший оттеночек, смотрите. Очень хорошее платьишко. Такой рукавчик. Завязочки. Так, сколько здесь? Какая у нас цена здесь? Двадцать восемь. Это значит, что скидки на это платьишко не будет. От слова совсем. Но оно красивенькое такое. Ну что, овощи? Мандарины, лимоны 58, одна штучка. Так, мне нужно взять лук. Это лук $1.34. Давайте посмотрим еще. Мандарины, помидорчики. Так, что у нас с луком? Лук $1.48. Чеснок. Картофель. Это $5. Еще посмотрим чуть-чуть. Так, я хочу посмотреть мандарины. Мои мандарины есть вообще? Да. А, нет, это... Это Флорида, Калифорния. Это не мои мандарины. Это мандарины сюда привезли из Калифорнии. Мне не нравится. Это не мои мандарины. Так, я возьму салат. Сколько сейчас салат стоит? А, салат 3.24 уже стал стоить. Да.
доллар 94, все стало дорогим. А это было 2, а сейчас 3,24. Да, что делать? Возьмем. Возьму один перец красный. Ой, цены, друзья, это просто караул. Пойдем перец я возьму. Первый раз я вижу Walmart Clearance. Кушай это. Ничего это не нужно, но я как бы первый раз увидела, что он клиренс. Ликвидейшн. Это то, что уже все. Даже просроченное это. Так, здесь вода. Здесь какие-то штучки, а где же зубная паста? Мне нужно посмотреть зубную пасту. Я не помню, где зубная паста в Walmart. Может, здесь. Какие-то моющиеся. Тут вода. Не вода, а тоже моющее средство. Я не знаю, где это Walmart моющее. Это самая зубная паста. Надо искать. Ой, даже не хочу смотреть на цены, потому что это катастрофа, что сейчас делается. Так, давайте здесь я посмотрю зубную пасту. Может, она вообще не здесь. Ну, вот так вот. Смотрите вместе со мной, где... Так, она, значит, в другом месте. Или здесь нету собаки. Там, где собачки, там нету зубной пасты. Видите, стало по 6, 36 штук, потому что никто не хотел покупать по 10, по 20. Это вообще уже много. Понизили цены. Ну и правильно. Нечего. Давайте немножечко пройдемся по мороженому. Я просто показываю вам мороженое. Сейчас мы дойдем до моего мороженого. Вот это тоже неплохо.
Такие я пробовала, мне очень не нравится. Где мое мороженое? Это всякие снекерсы, чипсы, жареное, пареное, то, что я не ем никогда и ничего не беру. Так, если что, попробовать у кого-то что-то, а так нет. Ну что, все, нашопилась и домой. Солнце выглянуло. Сейчас все переложу к себе и домой. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Походим по магазинчикам еще, как будет настроение. Пока у меня сегодня не было эти дни. Ну да ладно, все будет справиться, все будет хорошо. Все, домой.